Что за... Короче говоря, поход. После этого видео обязательно оцените предыдущий ролик. Ссылку я оставлю в описании. Это был август. Уже скоро в школу. А если быть точнее, уже скоро начнется ад. Я решил, что в последний месяц лета нужно сделать что-нибудь запоминающееся. И тут я вспомнил, что давно хотел сходить с братом в поход. Но, к сожалению, брат не хотел идти в поход. Он играл в очень крутую игру World of Warships. В ней представлен практически весь военно-морской флот 20 века, включая сотни легендарных кораблей, на которых предстоит участвовать в грандиозных по масштабу баталиях. Можно сражаться с командами других игроков и доказать им, что ты величайший адмирал и стратег на просторах всех морей и океанов. Переходи по ссылке в описании и получай бонус в виде 500 золота, 3 миллионов серебра и боевого крейсера Диана. Мне захотелось тоже сыграть, но вдруг раздался звонок в дверь. Это был Чиж, мой друг был рад меня видеть. Нет, Чиж не соскучился по мне, он просто надеялся, что я привез ему подарок с моря. А я плохой друг, который забыл купить подарок. Но не беда, ведь я привез камушки с моря. Наплел Чижу, что эти камни волшебные и могут выполнить любое желание. Чиж дурак повелся и загадал полный холодильник еды. Но когда заглянул в холодильник, понял, что я его надурил. Мне не хотелось, чтобы мой друг обижался, и поэтому я пригласил его в поход. Чиж обрадовался, а потом расстроился. Ведь мы никогда не ходили в поход. Но зато моя соседка Баба Зина за свою жизнь повидала немало походов. Решили, что она будет нашей предводительницей. Для начала нам нужно было собрать вещи. Мы взяли самое необходимое. Ноутбук, утюг, гитару. А, хорошо. А шашлык приготовим? Так это, Колю пустим на шампур, вот и будет шашлык, да? Мне не понравилась эта шутка. Мы отправились в путь. Наша дорога была очень долгой. Через 2 часа уже болели ноги, и мы захотели передохнуть. Но Баба Зина прописала нам мощные поджопники. Мы зарядились энергией и пошли дальше. Через 3 часа мы уже ползли. Баба Зина пожалела нас и решила остановиться в этом месте. Тут я вспомнил, что мы забыли палатку. У меня был шок, когда Баба Зина достала палатку из-под своей юбки. Она просто лучшая предводительница. Мы ставили палатку. У нас ничего не получалось. Баба Зина дала нам подзатыльник. И сама разобралась с палаткой. После этого я немного перекусил. А потом оказалось, что это была вся наша еда. Чиж взял шампур. Он хотел насадить меня, но Баба Зина остановила Чижа. Я захотел разрядить обстановку. Нашел лягушку и показал им. А нет, страха чуть не навалили. Ты дурак! Я эту лягушку знаешь куды? Тебе мало не покажется! Целый день мы молчали, а потом мне захотелось немного поспать. Давай, бери его. Все, тащим, тащим. Ай, на ноги мне не наступай. А? Какого черта? Что за... Будешь теперь знать, как друзей пугать! Я же плавать не умею! Пока! Чиж! Баба Зина! Не уходите! Не уходите! Короче говоря, поход! Да, этот поход я запомню надолго. Ребята, ну если вы хотите выиграть набор стикеров, тогда поддержите это видео лайком и подпиской на канал. И напишите какой-нибудь оригинальный комментарий. Мы выберем только одного победителя. Спасибо вам за просмотр. Я вас всех очень сильно люблю. Советуйте наш канал своим друзьям. Удачи вам и пока. Ах, ну нафиг эти походы.